ну что, можно пускать? Рок давай! Я жду от создателя звука сигнала, что можно запускать. Давайте, хлопчики! Это группа в жанре жанр. Я готов. Кто завелся?
Он. Давай, есть предложение сделать комбика погромче, или он потише? Пойдет? Что это такое? Электронный удар? Ты настоящий? Вот, натуральный удар. Другой идет. Даже? Да? А нет ли точки, чтобы сюда мне поставить? Ладно, сюда поставлю. Будете так смотреть. Вот так. Нет, сильно не надо. Я сюда бегать не буду. Я же бегаю. Бегай в туалет. Нет, если он в туалет чудодейственное средство для кучи белья и лимона. Голос пока что работает. Готов, если что. Так, как тебя обратно сажать? Хорошо, хорошо. Отлично, отлично. Привет. О, ребята, 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 стоп. Сама перепутал. Стоп, 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 стоп. Да. Вот, стой! Это надо играть вот в этом. Не ходи по моим глазам. Да извини, но там у меня реквизит есть. Дай тебе вот это.
воздуха. Туда же, в свою мышцу внизу. Да, я рок сильно, да. Сейчас все будет. Я не вижу ваших рук. Если честно, я сейчас вообще ничего не вижу. Люди, вы здесь? Да! Вот там вот, наверное, там топ люди. Есть люди, есть? Да! Отлично, хорошо. Значит, я тут не один. Что я забыл? Что? Спасибо, так и батарейка села. Где Одноглазый жги, да. Что не знаешь ты, мамы с ним, зима, ровно, и все, словно месяцы, годы, победы, и хвалы,
Ладно. А что следующее? Вот это что? Ребята, это другой разговор. Давайте все делаем по-другому. Смотрите. Значит, отлично, Андрей. Вот, забудем все то, что только что было. Под эту песню нужно взять такой крючки. Вот такой рулон. Хотел я пригодиться от стресса. Я вообще расслабляемся. Thank you.
песни «Это все». Настала песня, на которую нужно развиваться. Пионер, всем привет. Сейчас будут циски. Почти. Ура! Сейчас будут дети. Так что лучше без сисек. А тут есть те, кто когда-то был пионером? Есть такие люди. Можете заценить, как Роза завязал галстук про один день. А это не я, ну никто в дороге завязал, я не стал развязывать. Роза не развязал. Я не развязал. Через интернет, и там она на взрослой голове смотрелась нормально. На мою она не навязает. Но держится. Ну ладно. Все готовы? We'll be right back.
обычно ты на концертах хреначишь гитары, а тут что-то да, не гитарно. Ладно, я ее опять соберу. Сейчас нормально все. А следующая песня у нас... Более взрослая. Да. Следующая песня более взрослая, уже дети выросли, и у них появились взрослые проблемы. Следующий. О, там еще.
сейчас. А мне надо. Так, сейчас все. Надо правильно сделать. Сделать все правильно. Сейчас. Сейчас мы будем. Вы уже поняли, да? Или не поняли, как у нас тут? Ну, так я начинал. Мы сделали. Ага. Шипит, значит, работает. Отлично. Сначала чистота. Отлично, все. Голос. Запускаем гуся. Тихо, запускаем гуся. Гусь. Немножко.
металла. О, металл. Металл задумал. Ребята, это Серега. Я хочу вас спросить вот о чем. Мне нужна вот эта штука. Мне нужна колесница, чистые провода. Почему? А вы давно пользовались наличными? Как часто вы сейчас пользуетесь? Вы просто везде карты, типа? Бывает. Бывает у вас? Потому что, уже везде включили старты, что ли, пандемию все начали бояться. Знаешь, как колбу у бабушки, есть новинки. Я боюсь, что у бабушек на рынке все равно... Нет, у нас тут написанные бабушки. Я пробовал, игральные карты нигде не принимают. Но там, я думаю, принимают бумажные деньги. Вы принимаете карту? Вот, нет. Анал. Анал? Давай пошутим сейчас. Понятно, мы в воду бросаем. Да? В воду бросаем? Зачем? Чтобы вымылаться по фонтанчику. На фонтанчику? Когда слушать, я фонтанчик нужен, да? Ничего не вижу, никого, ничего не слышу, никого не скажу. Да. В общем, сейчас будет петь только она. Я отдохну. Это удобно? Я уйду сейчас, пока. Я улечу в иное пространство и другие времена просто. Постигну всю эту штуку, постигну любое. Хотя так, наверное, ладно, давайте попытаем два. Долго? Ну а что вы хотите? Искусство требует. Ладно. Искусство требует вокалиста все-таки, видимо, сегодня того. Следующий раз.
неожиданно почать. Как у вас психическое состояние? Как ваше психическое здоровье? Прекрасно. Отлично. Итак, глаз подергивает. Ролевые игры пошли. Да. Да, у нас есть концерт ролевые игры. Заметили? Ролевые игры. А мог бы подойти баба себе дожить. Про любовь мы пели, про отдых от всяких жизненных забот. Насчет ваших этих проблем, я знаю, что выбрать терапию не до конца вам помогла. Мы попробуем одну новую экспериментальную терапию, которая должна запить эффект от пупыротерапии. Yeah.
готовы носить. Но мне кажется, что... Так, вот я думаю, все-таки обратиться за помощью, чтобы последний месяц к изменению вечеринки или нет? Как вы думаете? Или докрепить уже так? Надо будет так уже! Я думаю, вот. Нормально, вылезай! Завтра выходной! Тогда. Я говорю, что в этом году песня нет неподходящего. Ладно, согласен. Короче, спою я тогда, раз они сказали, что я... Водички. Ничего, ты сможешь, сможешь! Нормально, если ничего не знаю. Ладно. А ну вы поняли. Специально для наших гостей из Томска, да? Папа, подмигивай глазами двумя цветами. Ну и все остальное. Извините, у Степана просто рефлексы не могут. Он слышит, это начинает сразу на месте говорить ничего. Одноглазый. Да. Все мало, но вы выносите боль, все, что все надеялось.
А сейчас... Где нужны шарики? Время шариков достало. Брат! Передавай шарик. Лови. Спасибо, давай сюда. Раз, два, три. Сколько их здесь? Еще сутки. Я знаю. О, так. Все? Нет, еще один. Нет, это шляпа. О, шляпа. Черная. Черная. Которая черная. Что могу сказать? А где он? Кто? Кто? Кого? Ты его нашел? А еще один. Нет. Ребята, вы что, все, что ли? Нет! Давай, что, вообще, вы что? Смена реквизита, пацаны! Не выйду на улицу. А вот что, не знаю, как идет. За ручку возьмусь и вместе пойдем. Ой. Раз. Спасибо. Да ты просто маньяк. Короче, я не буду кушать. Можно ли? Ладно. Сексуальный маньяк.
Грустим. Вот. И на этой великой ноте, высокой ноте мы и закончим наше выступление. Да. Пусть на сцену группу, которая больше для человека, гораздо больше для человека. Спасибо. Спасибо. Роза, я хочу эту запись. Запись? Он хочет тебя.